Считанные дни остаются до старта очередного турнира Лиги Брейв в Иордании. Там свои поединки проведут четверо дагестанских бойцов ММА. Заключительный этап подготовки спортсмены проводят в Бахрейне. Подробнее в материале Курбана Рагимова. Позади 100 дней упорных тренировок. Подготовка Эльдара Эльдарова уже вышла на финишную прямую. На кону титул чемпиона мира. В главном поединке в своей карьере бойцу будет противостоять нокаутер из Эмиратов Мунир Лазез. Послужной список соперника дагестанца не смущает. Он готов к любому сценарию боя. Соперник у меня очень известен на Ближнем Востоке. В рейтингах он считается лучшим в моем весе среди бойцов этого региона. И для меня это хороший шанс заявить о себе в этой части мира, как сказать. Для меня это очень ответственный бой, потому что я буду первым дагестанцем, первым россиянином, который имеет возможность выиграть титул чемпиона мира в этой версии. Эльдаров и его команда тренируются на базе известного клуба KHK. За 4 года под его знаменами бои и сборы в Бахрейне провел не один десяток дагестанцев. Для Экрама Алискерова поединок в Лиге Брейв станет уже 6-м. Очередная победа приведет бойца к титулу. Я прошел 3 лагеря на эту подготовку. Первый KHK Дагестан. Потом почти 2 месяца в зале Hard Knocks в Америке прошел. И сейчас последний 3-недельный этап прохожу здесь, в Бахрейне. Я к каждому бою прохожу очень тяжелую подготовку, и практически на каждый бой я готовлюсь на войну. Так что, думаю, я подойду в отличной форме к этому бою. Свои чемпионские амбиции попытается проявить и Ахмед Магомедов. На его счету пока 2 победы в лиге, третья заметно поднимет его рейтинг. Пока меня все устраивает. Я хорошие бои брываю. Все. Уровень организации растет. Пока все отлично. Есть какие-то особенные там заготовки для соперника, или ты как обычно готовишь? Особенного ничего не придумал. То, что делал раньше, да буду делать. Ну, еще лучше. 23-й вечер боев Лиги Брейв пройдет в Иордании 19 апреля. Возглавит турнир титульный поединок в полусреднем весе между Абдулом Абдулрагимовым и местной звездой Хусейном Селяви. Курбан Рагимов, Магмед Гусейнов, телеканал ННТ, Манама, Бахрейн.